Здравствуйте. На днях Ксения Собчак сообщила о переезде Федора Бондарчука на родину его второй жены Паулины Андреевой. Как известно, актриса родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Поклонники тут же стали судачить, что режиссеру и актрисе в городе на Неве будут помогать родители Андреевой. В 2021 году артистка родила сына Ивана. А недавно появились неизвестные подробности о семье звезды. Паулина Андреева не придает огласке детали жизни своей семьи. Обыватели до недавнего времени были уверены, что родители актрисы и два младших брата живут в Санкт-Петербурге. В городе на Неве выросла и начала строить свою карьеру и сама Паулина. И вот теперь стало известно, что родители Андреевой разъехались по разным странам. Сплетники уверяют, что они развелись и эмигрировали. Мать Паулины, Вера Андреева, живет теперь в Италии, занимается ландшафтным дизайном. Отец Олег Владимирович владеет собственной строительной фирмой. Мужчина после разрыва с женой перебрался в Израиль. Уехали и братья-артистки Игорь и Борис. Осенью 2022 года они, оставив работу в питерском театре, через соцсети искали недорогое жилье и работу в Тель-Авиве. Теперь молодые люди путешествуют не только по Израилю, но и по Европе. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.